заправке. Здесь очень холодно, 17 градусов почти. И здесь на заправке никто не помогает заправлять машину. То есть приходится заправлять самой, все собрано. До Альмерии где-то 500 километров. То есть я планирую за 5 часов доехать. Но, может быть, и за 6 получится. Было и за 7 доезжали. Все, поехали. В Альмерию 500 километров, хотя 100, где-то 100 с небольшим я уже проехала, если быть точным. 106 километров я уже проехала, поэтому не осталось еще, ну, где-то километров 400-450. Вообще 480 я в прошлый раз засекала, поэтому как пройдет дорога, посмотрим. В районе я еще не была. Вон Лена, смотрите сзади, она же еще не знает, что мы ее сейчас будем снимать. Ой, вам сразу мусорки, да, нами попались? Ну, в общем, вот такой район. Привет! Привет! Вот она, смотрите! Всем привет! Всем вот привет. Так мы встречаемся! Все, мы в Туревне сейчас снова будем. Это наша первая квартира, которую мы смотрим в этот приезд. Не совсем, скажем так, удачный просмотр, но тем не менее, это воскресенье, вот что показали, то показали. Вообще у нас их будет несколько, в следующих видео я дам на сравнение две квартиры. Ну, эту квартиру мы как бы пробный камень, и прошли мы мимо, поэтому будьте с нами, не отключайтесь, смотрите, еще в следующем видео продолжим. Вот смотри, Лен, это 27,5, вот, чтобы мы с тобой понимали, да, что мы смотрим и за какие деньги. Скажу сразу, что ищем квартиру в районе 22 тысяч. Нам, естественно, важен вид, которого в данном случае нет. Нам очень важен ее потенциал для сдачи впоследствии в аренду. Вот это вот основные критерии, которые мы рассматриваем. Это студия. Так как я только сегодня приехала, преодолела большое количество километров, мы посмотрели не совсем удачный объект, то есть он нам совершенно не подходит ни по целям, ни по финансовым расчетам. Поэтому есть возможность отдохнуть на прекрасном пляже Туревьехи. Погода 27 градусов, октябрь месяц, лепота. И мы отдыхаем. С вами встретимся в следующем видео. Будет продолжение и будет, безусловно, результат. Я монтирую уже его, когда мы результат получили, добились того, чего хотели. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть следующие видео, чтобы оставаться в курсе, что происходит, получать полезную информацию. Ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы поддержать канал, поддержать развитие канала. А с вами была Оксана Майкова. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!